представители США угрожали санкциями турецким финансовым учреждениям, если они продолжат обслуживать сделки с Россией. Эту информацию подтвердил в беседе Стас, источник в сфере турецкого финансового консалтинга. Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители преградили банкам Турции так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной, сказал собеседник. Он, однако, добавил, что сделки по-прежнему можно проводить через турецкие банки после выполнения нескольких условий и предоставить определенные документы и доказательства в соответствии с требованиями о том, что сделка не нарушает действующие санкции и ограничения. Напомним, что газета «Айденлык» в марте сообщала, что отдельные сотрудники посольства и генконсульства США в Турции посещали компании и финансовые учреждения и отговаривали их от ведения дел с Российской Федерацией, угрожая санкциями.